Назарбаев. Назарбаев университет здесь. Я прошу прощения за то, что я не смогла вовремя выступить. У меня были неполадки с интернетом. Так, сначала я расскажу о команде. В нашей команде сейчас 24 человека, но мы ведем постоянный набор. То есть люди могут, например, к нам обратиться, написать письмо, и мы проведем интервью, отбор. Пройдут они так же, как и те, кто проходили основной отбор, только, возможно, если вдруг они как-то не успели или еще что-то случилось, и мы предоставляем такую возможность. Также все новички проходят подготовку через хендбук. Мы также ознакомляем их с нашей структурой, с проектами через книгу, которая передается, будет передаваться дальше со всем составом, с правилами, с документами нужными. Так, по хендбуку у нас также мы проводили несколько сессий. Мы также сделали для первошей несколько тестов, чтобы они лучше усваивали информацию. Вот, в этом плане все хорошо проходит. Все новички обычно очень хорошо вливаются. По проектам у нас есть продолжающийся проект с прошлого года. Мы его сейчас развиваем. Также у нас есть 4 проекта, которые находятся вот именно с этого года. Также есть один проект, по которому мы получили грант от SDF Grants. Это в нашем университете организация, которая проводила гранты и разыгрывали. Лизан, ты еще играешь? Насчет... по проектам у нас направления идут больше в среду инклюзивности для детей и взрослых людей с особенностями развития. Также у нас есть проекты, связанные с экологией, ТБИ. Есть также проекты, связанные с психологическим состоянием людей. Пока еще у него нет названия, но это будет проект, связанный с медитациями, практиками осознанности для казахоговорящих людей. Вот.